Значит, концепция, которую я хочу рассказать, она носит такое техническое название «нелюбовный треугольник». И этот нелюбовный треугольник состоит из иудаизма, христианства и ислама. Теперь, значит, должен отметить, что согласно моему вообще как бы взгляду на мир, иудаизм, христианство и ислам представляют собой единый монотеистический комплекс человечества. И в этом комплексе иудаизм является корнем всего, христианство осознает, что оно выросло из иудаизма, а ислам, например, не осознает. Тем не менее, со временем все осознает. То есть мы, как корень этого комплекса, продолжаем быть ведущей силой этого монотеистического комплекса человечества. И, в общем-то, мы продолжаем влиять, изменяя этот комплекс. Теперь, суть моего, как бы, моей концепции, которую сейчас я скажу, это попытка религиозного анализа, ну, так сказать, не знаю, исходя Третьей мировой войны. Вот сейчас идет Третья мировая война, условно говоря. Она, конечно, никакая не третья, до нее было много, а первая и вторая только потому, что их назвали первая и вторая 20 века. В общем, вот мировая война 21 века, которая у нас сейчас идет, правильно сказать, вот в этой войне у нас есть определенное противостояние религиозное, то есть религиозный аспект этой войны. И я думаю, что война в своем корне имеет таки, да, религиозный характер. Это не война за обладание ресурсами, это не война за деньги, это не война, там, не знаю, там, за колонии или что бы то ни было когда-нибудь было. Это война, ее все база, фундамент всего столкновения в сегодняшнем мире, это чисто религиозные столкновения. Потому что Запад и ислам, условно говоря, условно Запад и ислам, они воюют не за деньги, не за ресурсы. Не за какие-то материальные блага, а исключительно ради того, чтобы мир выглядел так, как я хочу, чтобы он выглядел. Понимаете, понятно это, да? Ну, давайте я сделаю такую в скобочках, я хочу такую в скобочках сделать. Вы знаете, конечно, такая есть пирамида Маслоу потребностей человечества. Правда? Все ее видели. Там, где внизу, там еда, питье, там дальше тепло, там дальше, чтобы было красиво, там эстетическое удовольствие, там признание со стороны окружающих. Правда, все эту пирамиду масла увидели. Правильно? Теперь, если относиться к потребностям, как нарисовано в пирамиде масла, то непонятно, за что вообще могут быть конфликты. Потому что все ресурсы, которые человек потребляет, согласно пирамиде Маслоу, они все, их достаточно. В ней достаточно еды, питья, там, не знаю, там, удовольствий, красоты и всего прочего, или признания. Так что, по идее, если бы действительно пирамида Маслоу была верной и отражала потребности человека, то непонятно вообще, откуда растут войны. Ну хорошо, в древности не хватало еды, убивали соседнее племя, чтобы еду отобрать. Но сегодня все-таки еды перепроизводство, как и всего остального. Что-что? Ну окей, да, в Африке не доедают, пришлите нам то, что они не доедают. Это мы знаем. Но тем не менее, те, кто не доедает, те не воюют. Воюют те, кто доедает. Вполне, да? То есть между конфликтующими сторонами нет никакой борьбы за потребности, из-за чего же идет война и конфликт. Я думаю, что в пирамиде Маслоу не хватает одного важнейшего конфликта, важнейшей потребности, которая там не указана. Это потребность человека в том, чтобы мир выглядел так, как я хочу, чтобы он выглядел. Не я, не мой мир. Не мой дом, а чтобы мир выглядел так, я хочу, чтобы он выглядел. И это важнейшая потребность человека, не указанная в этой пирамиде. Если хотите, ее можно назвать комфортом, информационный комфорт. Что такое вообще комфорт? Комфорт – это такое условие внешнее и соответствует внутренним. То есть я хочу, чтобы была такая температура, мне ее приятно, и вокруг меня действительно такая температура. Вот это называется комфорт, правда? Я хочу, чтобы стены выглядели там, допустим, вот светлые стены мне нравятся, и стены действительно светлые, так комфортно. Если стены, так сказать, не знаю, в разводах грязных, мне неприятно, это некомфортно, понятно это, да? Так вот,
комфорт, кроме комфорта эстетического, бывает еще комфорт информационный. Я страстно хочу, чтобы мир выглядел так, как я хочу, чтобы он выглядел. Если в мире что-то не так, то это доставляет мне чудовищный дискомфорт. И если речь идет о том, что мой мир – это мой дом, то окей, я живу в своем доме, ты живешь в своем доме, каждый делает свой дом, как он хочет. Если мой мир – это не дом, а еще и город, то у меня начнется конфликт с другими жителями этого города. Или мы разделим города, или мы законфликтуем. Но если мой мир – это весь земной шар, то тогда конфликт неизбежен. То есть чем больше пространство человека – тем более неизбежен конфликт. Понимаете, да? Это то, что я сейчас рассказываю, это на самом деле как бы некая моя заработка о том, в чем на самом деле причина мирового конфликта сегодня. И вообще конфликтов основных. Потому что конфликты происходят не за еду и не за деньги, и не за мифическое влияние. Люди идут воевать за информационный комфорт. Прежде всего. Понятно, это, да? Это важнейшая вещь, которая не отражена в пирамиде Маслоу. А именно, есть, чем больше современные средства коммуникации, они расширяют наши горизонты. И поэтому мой мир – это не только мой дом, но еще и мой город. И также моя страна, и также весь земной шар. И я хочу, чтобы на земном шаре было правильно. Один может сказать, что это справедливо, другой скажет, что это честно, а третий скажет, что иначе нельзя, это недопустимое унижение людей. И любой другой, какой бы он ни привел, так сказать, формулировку. Но по сути речь идет об информационном комфорте. Информационный. Потому что информационный, секундочку. Секунду. Я готов ответить на любой вопрос, только по очереди. Почему информационный? Потому что информация, поступающая ко мне от того, какой мир, должна соответствовать моему пониманию, как должен быть мир устроен. Ко мне поступает от мира информация. То есть тепло ко мне поступает из ближайшего окружения, эстетика ко мне поступает из более широкого окружения. Но из еще более широкого окружения это получает только информацию. Ну хорошо, я вам приведу пример. Такой, что такое информационный комфорт? Понятно, я думаю, всем понятно. Просто не... О, нет, это совсем непростой термин. Например, рассмотрим простейший пример. Было такое государство Южная Родезия. И Африка, и Англия считала, что Южная Родезия – это недопустимый способ правления. И англичане уничтожили государство Южная Родезия. Теперь, после чего там всем стало жить гораздо хуже. Белых фермеров вообще вырезали. Черные живут несравненно хуже, чем они жили при белой власти. Тем не менее, англичан абсолютно не волнует, как живут бывшие жители Родезии, а ныне Зимбабве. Всем на них наплевать. Почему всем наплевать на жителей Зимбабве сегодня, и все боролись за то, чтобы уничтожить государство Родезия в прошлом? Или государство Южной Африки, допустим, да? Я думаю, что черным сегодня живется хуже в Южной Африке, чем им жилось при белых. Но Южная Африка – это отдельная история, допустим, но уж Родезия точно живется чудовищно, Зимбабве. И тем не менее... Они все уничтожили Родезию, ну, в общем, Южную Африку. Потому что, на самом деле, они боролись не за людей, не за то, чтобы там было хорошо черным или белым. Всем стало хуже, и всем на это наплевать сегодня. Они боролись за информационный комфорт. В мире не должно быть, чтобы белые были у власти над черными. Это противоречило их взгляду на мир. Это делало недопустимым продолжение жизни, если где-то есть белые, которые угнетают черных. Так была построена их позиция. Иными словами, государство Родезия создавало англичанам информационный дискомфорт. И ради этого они уничтожили это государство. Что-то дискомфорта не создавало. Понятен пример, да? Теперь, вся борьба сегодняшняя против Израиля проистекает только из информационного комфорта. Люди так смотрят на мир, что им представляется в их системе информации, что Израиль приносит им информационный дискомфорт. И поэтому не нужно думать, что мы можем их убедить просто так. Это серьезнейшая проблема, потому что действительно существует такая потребность в информационном комфорте. Это было это отдельное замечание, оно очень важно, оно совершенно не относится к тому, что я собираюсь дальше рассказывать.
Но раз уж мы по нему прошли, то я уже про него сказал два слова. Окей. Теперь мы возвращаемся к тому, что когда мы... Это уже было там кусочком связано. Теперь мы пришли к тому, что когда мы говорим про современную вот эту вот мировую войну 21 века, то она идет религиозная. Что такое религиозная война? Религиозная война – это по сути своей война за информационный комфорт. Зачем, не знаю, там крестоносцы шли завоевывать Ближний Восток, да, Святую Землю? Потому что это давало Европе информационный комфорт. И все. Это не давало никакой экономики, никакой, ничего, так сказать, материального, ничего ощутимого. Это приносило только информационный комфорт, больше ничего. И это, вот эта вот борьба за информационный комфорт – это самая главная причина войн. А чем больше наше пространство, тем больше места для конфликта информационного. Понятно, да? Это я объяснил. Поэтому, на самом деле, решение пространства человека, который приносит современная цивилизация, обязательно ведет к глобальному конфликту. Потому что одним хочется, чтобы перила в городе были белые, а другим, чтобы они были зеленые. И это согласовать можно, если мы не знаем, какие перила в другом конце города. Но если мы знаем, то для нас невыносимо, что они там такие. Понятно. Это не вопрос толерантности. Те, кто говорит, что они толерантны, они абсолютно не толерантны к тем, кто думает по-другому про толерантность. Понятно это, да? То есть не надо думать, что западный мир толерантный. Западный мир тотально нетолерантен. Он называет себя толерантным, потому что он толерантен к определенным вещам. Но он абсолютно нетолерантен к отрицанию толерантности к этим вещам. Понятно это, да? А Восток наоборот. Поэтому информационный комфорт – это просто фундамент войны, и это по сути религиозная война. То есть война идет не за убеждения, война идет за то, чтобы в мире торжествовала моя религия. А она у каждого своя. Запад хочет, чтобы в мире торжествовала западная религия. Восток хочет, чтобы в мире торжествовала восточная религия. Ну, ислам, скажем, да? И у Запада религия есть точно так же сильная, как и у Востока. Просто религия Запада называется сегодня мораль, которая выполняет полностью роль религии. То, что в этой религии нет Бога, не имеет никакого значения. Леволиберальная мораль – это сегодняшняя религия Запада. Он ей поклоняется. Он и от ее торжества готов, чтобы людей убивали. Лишь бы его мораль восторжествовала. Под никакой любви к людям там нету в этом плане. Есть желание информационного комфорта, которое выражается в торжестве моей религии. Понятно, да, это формулировки? Пинхас, двух слов, да. Про дискомфорт по отношению к Израилю. Израиль составляет дискомфорт для Запада, потому что Израиль сегодня аномальное государство. Сегодня ни одно государство Запада, то есть когда-то это было нормально, а сегодня это ненормально. А Израиль это как бы в их глазах осколок предыдущего ненормального. Ну, например, Израиль построен по этническому принципу. Ну, национальный я не хочу использовать, только потому, что национальный, сегодня слово «нашинелити» означает гражданство, поэтому начинается путаница понятий, что все живущие в Германии, они немцы. Они же не этнически немцы, они по нашинелити немцы. Вот это нашинелити, которое гражданство, объявлено национальностью. Чтобы избежать здесь просто понятийного непонимания, будем называть это этничностью. То слово «этник» используется именно в этом смысле, в западном языке. Поэтому Израиль основан на этнической самоидентификации. Это государство еврейского народа, которое предшествует государству. Сначала есть еврейский народ, то у него есть государство. Все западные государства устроены абсолютно наоборот сегодня. Есть государство, все его жители являются этим народом. То есть на Западе хотят поставить знак равенства между понятием национальности и политической нации. А Израиль категорически против этого, просто он не может иначе. Вот, например, теперь. А также, это вот пример дискомфорта, да, поэтому в Израиле совершенно особое положение с евреями, с арабами, а для Запада это невыносимо. Вот. Теперь, есть еще много всяких пунктов, которые мы просто в деталях обсудим, уже когда это дальше скажу, но просто это один из примеров. Что такое информационный дискомфорт? Теперь. То есть Израиль не является нормальной западной страной.
И это невыносимо. А то, что Восток не является нормальной западной страной, так от Востока это и не ожидают. Ну, например, там, скажем, то, что на Востоке, допустим, там гомосексуалистов там чуть не убивают, ну, это, конечно, нехорошо, но ладно, о чем мы от них ожидаем. А в Израиле нет гомосексуальных браков, ну, это вообще недопустимо. Понятно это, да? То есть абсолютно разная система оценок. То есть Израиль они считают западным государством, поэтому хотят, чтобы оно было как западное государство. Потому что оно своим существованием бросает вызов современной западной системе. Он говорит, Израиль вопиет о нетотальности современной западной системы при более-менее тех же, той же системе ценностей. То есть о нетотальности западной политической системы при более-менее похожей системе ценностей, скажем так. Да? Вот. И в этом смысле он невыносим для многих. Ну, вот мне только опять сегодня там такую фразу сказали, что многие, скажем, леволиберальные евреи чуть ли не в открытую говорят, что если бы Израиль не существовало, жить было бы легче. Понятно это, да? Для леволиберальных евреев то, что их связывают с Израилем, это им глубоко неприятно, потому что Израиль, по их мнению, ведет себя неправильно политически, и это обвинение перекатывается на них. Израиль бы не существовало, было бы иудаизм только религией, вот тогда бы нас не трогали. Такое часто встречается. Ну, например, я вам такой простейший пример скажу. Вот недавно узнал с удивлением, что университет, ну, в Бостоне, как он называется, еврейский университет? В Бостоне. Как? Брандайс, да. Что Брандайс, который евреями основан как университет, как бы для евреев, грубо говоря, либеральный, что он входит в десятку самых антиизраильских кампусов в Америке. Вот вам пример, что такое существование Израиля противоречит. Просто для вас, как евреев и русскоязычных, у вас вообще другая система ценностей. Вы просто не понимаете, как это возможно. А для тех, кто уже воспринимает еврейство по-другому, это очень даже возможно. Ну, вот такой факт про Брандайс совершенно феноменальный, правда? Это как бы это мы не ожидали бы никогда такое услышать. Окей. Но это было предисловием. Значит, поэтому я собираюсь провести религиозный анализ как бы 21, ну, вот современного мирового конфликта, да? Теперь. В этом плане возникает вопрос, если мы говорим об анализе как столкновение религий, а еще все силы здесь религиозные, и ислам, и религиозные силы, и Запад, и религиозные силы, хотя он пытается это замазать, этот факт, объявляя себя там атеистическим или толерантным, на самом деле он религиозный, его религия – это его моральные принципы. Он относится к ним точно так же, как к религии. Он готов, чтобы люди умирали, только лишь бы моральные принципы были реализованы. То есть он фанатично религиозен, Запад сегодня. Да, чего мы никогда бы про него не сказали. Он пытается сделать, сказать, что он никакой не религиозен вообще. А на самом деле он фанатично религиозен. Вот. Но, значит, поскольку мы обсуждаем религиозный конфликт, то надо нам дать определение, что такое религия. Теперь, есть большая ошибка, когда религию сводят к религиозным текстам базовым данной религии. Ну, например, говорят, вот ислам такая ужасная религия, вот вам цитата из Корана. Но понятно, что из Танаха тоже можно надергать цитаты, даже из Талмуда. Ну, поменьше, может быть, но тоже можно. А даже из Евангелия можно набрать цитат. Типа там, не мир я принес, но меч. Вот и, пожалуйста, вот там цитата из Евангелия, которая говорит, что, значит, христианство, вот вам ужасная религия. И тем не менее, хотя такие цитаты есть, христианство ведет себя совершенно иначе, как религия, например, или иудаизм ведет себя совершенно иначе, несмотря на то, что в Танахе тоже цитаты есть. И чем же отличается в данном случае ислам от иудаизма или христианства, что они по-разному актуализируют эти цитаты. То есть религия – это не набор цитат из Священного Писания. Религия – это способ актуализации данных цитат. То есть данных текстов. Иными словами, какие цитаты актуализируются, это и есть состояние религии на данный момент. Поэтому религия – это не базовые тексты, а высказывания религиозных деятелей, ну, там, допустим, вот за год. Возьмем цитаты религиозных деятелей данной религии за год, вот интеграл этого – это и есть данная религия. Теперь, и поскольку актуализация меняется,
то все религии представляют собой динамически изменяющиеся или, если хотите, развивающиеся структуры. То есть представление о религии, что она вещь застывшая, абсолютно не соответствует действительности. Религия – это абсолютно динамичная система, хотя религиозные тексты не меняются. И то, что написано пером в религиозном тексте, его не вырубишь топором, естественно. Только его можно актуализировать или не актуализировать. В зависимости от этого оно будет или применимо, или неприменимо. И весь, вся реальная жизнь этой религии будет совершенно иной. Поэтому религия – это актуализация текстов на данный момент. И она вполне может измениться. Теперь, когда религии ведут между собой борьбу, то они борются не за уничтожение противника, а за то, чтобы он сдвинулся в твою систему ценностей. Не за то, чтобы его уничтожить, а за то, чтобы он переактуализировался так, как тебе будет более комфортно. Мы сказали, что глобально корень, главной потребностью человека, которая лежит в основе войны, это потребность в информационном комфорте. И поэтому борьба против другой религии, и в этом столкновении, это желание, чтобы она переактуализировалась. Теперь, не все в этом конфликте являются нападающими сторонами. Можно сказать, что, например, там ислам нападает, а, допустим, Израиль или Запад защищается. Это только с одной точки зрения. А с другой точки зрения получится, что наоборот. Ну, например, простейший пример. Скажем, поскольку Восток, то есть ислам, да? Но мы не осматриваем Индию и Китай сейчас. И Китай и буддийский мир, он съедается активно христианством. То есть оно настолько быстро распространяется в нем, что, в общем, пару столетий и буддийский мир перейдет в христианство. Это я думаю. Или вот. Наоборот. Нет, не наоборот. Христианство абсолютно не переходит в буддизм. В буддизм переходит в христианском мире десяток интеллектуалов. И все. Ну, сотни интеллектуалов, тысячи интеллектуалов. Сколько буддистов за 20 век перешло в христианство? Сотни миллионов. Понимаете, да? То есть, например, Корея, вот вам буддистское конфуцианское государство. За 20 век оно стало христианским. То есть, с огромной тысячелетней историей люди, с тысячелетней культурой вдруг отодвинули в сторону буддизм и приняли христианство в массовом порядке. Это даже близко нет нигде на Западе. Понимаете? Поэтому буддизм нисколько не наступает. Так называемый дзен-буддизм западный, это просто... жонглёрство некоторыми буддийскими высказываниями, которые немножко, так сказать, небольшая пряность, которая улучшает вкус западной пищи. Но это никакой не буддизм по-настоящему. Потому что человек, который монотеист, вообще за всю историю, в мире есть два вида религий. Религии монотеистические и религии кармические. Отличает их то, что в кармических религиях главным является закон природы, типа карма, законы неба, рока или чего-нибудь еще такого. А в монотеистических религиях высшей силой является личность. То есть Всевышний, который создал человека по образу и подобию. Монотеизм появился в мире только один раз, в Израиле там 3500 лет назад. И с тех пор только наступает. То есть не было ни одного случая, чтобы народ ушел от монотеизма к идолопоклонству. Целый народ. Зато есть сотни случаев, когда целые народы переходили от идолопоклонства к монотеизму. Обратного пути нет. Поэтому конфуцианский буддийский мир съедается Западом, ну, в смысле, христианством с огромной скоростью. Вот Индия – это другое дело. Индию не съедают. Потому что Индия с ее кастовой системой, она глубоко иная. И вот в этом смысле Индия – это как бы отдельный разговор. Но, по сути дела, значит, с Западом, в смысле конфуцианства, это происходит. Да, но в любом случае мы говорим поэтому, как игроков мы осматриваем иудаизм, христианство, ислам, а не индуизм и буддизм, потому что индуизм сидит в своем месте и никуда не распространяется из него. Он, с одной стороны, не дает себя съесть, но и сам не распространяется. А конфуцианство и буддизм, они съедаются. Но возвращаемся мы опять к нашей вот системе, когда я сказал, что некоторые могут сказать, что это ислам наступает на Запад, а Запад только обороняется. Но ситуация совсем не такая простая. Потому что, например, ислам на сегодняшний день, а мы сказали еще раз, что религия – это не ее книга, не ее текст, а ее состояние на сегодняшний день, является религией патриархального типа. То есть
общество, исламское общество устроено патриархально. Патриархально — это значит старшие начальники, старшие главные. То есть, что скажут там родители, или глава, так сказать, семьи, или глава клана, вот это вот является определяющим. А Запад является, как социум в социальном плане, а Запад является модернистским социумом по своей природе. Модернистский социум отличается тем, что главное — это дети, а не родители. Поэтому главный вопрос — это чего достигнут дети, и дети должны быть лучше нас, и самое главное — детей выдвинуть далеко вперед. И так устроено все модернистское общество, не только еврейское, все западное общество. И когда модернистское общество начинает культурно общаться с патриархальным, то оно его уничтожает два счета. Потому что молодежь патриархального общества начинает переходить на модернистскую сторону. Оно видит, что есть социум, где у детей, ну, так сказать, у молодежи, если хотите, да, у молодого поколения, совсем другие возможности, чем в патриархальном обществе. И поэтому оно просто разрушается очень быстро. Поэтому чем больше Запад говорит о мире и культурном обмене, тем больше ислам слышит: мы хотим вас уничтожить. Знаете, поэтому культурная война, она всегда идет не всегда, как горячим образом, да, не всегда стрельбой. Поэтому да, ислам нападает. Но если с точки зрения ислама, это Запад нападает. Мы жили себе, а вы нам влезли. Поэтому все это непросто. Поэтому здесь нет таких вот, как бы, хороших и плохих. Ну, например, можно сказать, Израиль. Мусульмане там на нас нападают, они устраивают террор, а мы против мусульман никакого террора не устраиваем. Это верно. Но мы вторглись в место, где они жили. Да, действительно, мы жили там 2000 там, лет назад. Но они там тоже прожили довольно долго. А мы вторглись, сказали, это земля наша. И на самом деле, с их точки зрения, такое же вторжение. Мы не можем иначе, это другой вопрос. И мы правы, что мы это сделали, и мы проигрываем, потому что мы недостаточно сильно это делаем, надо еще более сильно вторгаться, но это отдельный вопрос. Но в этой войне цивилизаций не существует способа спрятаться в норку. Не существует способа сказать: я не буду участвовать в войне цивилизаций, я себе буду спокойно жить. Это не удастся никогда. Ты не будешь воевать, тебя уничтожат, и все. И поэтому здесь выбора нету. Здесь не то, что одни хорошие, а другие плохие. То есть террористы плохие в смысле нашей политической ситуации, да? В смысле уголовной ситуации, в смысле юридической ситуации. Но в смысле духовной ситуации здесь нет хороших и плохих. Это и есть развитие мира, оно же мировой конфликт. Понятно. Хорошо. Теперь, итак. Значит, после всего этого предисловия мы теперь обозначим, как же устроен вот этот самый нелюбовный треугольник из иудаизма, христианства и ислама, и как его со временем превратить в любовный треугольник. Теперь, значит, каждое из этих противостояний иудаизма и христианства, иудаизма и ислама или христианства и ислама мы опишем отдельно, каждый из ребер, так сказать, этого треугольника. Начнем с самого такого первого уровня. Это конфликт западного и исламского общества. Теперь я еще раз, значит, хочу подчеркнуть, что когда я говорю западное, я имею в виду и христианское, и постхристианское общество. И поэтому некоторые могут сказать: да у нас здесь на Западе есть огромная борьба между христианами и атеистами, как это можно всех в одну кучу впихивать. И тем не менее, так называемое атеистическое постхристианское общество, они атеисты по отношению к христианству. Знаете, такая фраза, да? Это типа того, что если еврей ничего не соблюдает, то он не соблюдает иудаизм. Понимаете, да? Нет, конечно, он не соблюдает буддизм, да? Потому что он не соблюдает в смысле иудаизма. Это его конфессия. Он к этой конфессии относится. Он относится к иудаизму. В рамках этого иудаизма данный еврей не соблюдает. То есть он, Бог, в который он не верит, он еврейский. Ну да, вот это все верно. Бог, который он не верит, это еврейский Бог в этом плане, да? И религия, которую он не соблюдает, это иудаизм. Теперь, это называется конфессия. То есть западный мир христианский по конфессии, и даже если он сегодня не верит там в Бога, в его понимании, это ничего не меняет. И вот цивилизация — это христианская или постхристианская, в общем, одно и то же в данном случае. Мы ее так называем. Опять-таки, если мы говорим, что каждая религия – это ее состояние на данный момент, то состояние христианства таково на данный момент. Большая его часть не верит в Бога. Это его состояние на данный момент. Такая у него актуализация.
потому что они верят в Бога, но они актуализируют другие вещи из Библии, да? То есть, скажем, там, возлюби ближнего, они таки актуализируют, которое написано там же. При том, что они не актуализируются там, что я Господь Бог твой. Неважно, это все равно это актуализация или переактуализация того самого текста, который лежит в основе. Окей. Вот. Теперь какая разница между христианством и исламом? Фундаментальная. То есть между Западом и исламом, точнее. Да? Значит, для Запада святостью является индивидуум. Вся сущность, вся духовность, вся святость, вся важность в индивидууме. Все существует ради индивидуума. То есть человек – это образ Бога на земле, индивидуум. Это не обязательно так. Может быть, человек – образ Бога на земле в смысле человечества. Но западная цивилизация актуализирует индивидуума. Теперь. И поэтому индивидуум – это главное, а социум – это ничто такое самостоятельное. Социум, государство, общество – это только то, что должно обеспечить индивидууму его потребности. У социума самого сущности нету. Сущность есть у человека, у индивидуума. И поэтому весь социум стоит на службе удовлетворения потребностей индивидуума. Так устроен Запад. Понятно. Восток, в смысле ислам, устроен абсолютно противоположно. Святость находится в социуме. Настоящей сущностью является социум, а не человек, индивидуум. То есть социум бессмертен, а человек смертен. То есть социум, он субъект истории, а человек, он субъект сегодняшнего дня, а не хода истории. Поэтому вот эта вот настоящесть, она у социума, она не у индивидуума. И поэтому, если ради торжества ислама нужно, чтобы погибли мусульмане, то пусть погибнут мусульмане, в этом нет никакой проблемы. То есть, что им хочется убивать людей, а просто торжество ислама – это нечто несравненно более высокое, чем жизнь человека. Понятно. Потому что все настоящее только в социуме. Теперь, поэтому Запад смотрит на ислам, как на варваров, которые не понимают важности жизни индивидуума. А Запад смотрит на христиан, на Запад, то есть, а ислам смотрит на Запад, как на варваров, которые не понимают важности социума. Ну, там, на мелких эгоистов, которые зажрались в своем гедонизме и не понимают ничего про социум. То есть, каждый из них полагает, что другой просто чудовищно примитивен и неправилен глубоко, потому что не понимает таких важных, очевидных и всем понятных вещей. То есть у них святость в разных плоскостях. Теперь, поэтому, когда они друг другу пытаются это объяснить, то они друг друга не слышат. Потому что если он не признает моих ценностей, то значит все, что он говорит, это неверно. Теперь, какое здесь место иудаизма в этом конфликте? Очевидно, что в иудаизме есть и святость индивидуума, и святость социума. И согласовать, опять, под иудаизмом мы понимаем Израиль, не иудаизм диаспоры. Иудаизм диаспоры – это только приложение к Израилю. Потому что всем понятно, да, сегодня? То есть перелом уже произошел давно. Вся сущность еврейского народа и вся сущность иудаизма, она вся в Израиле. Дальше все евреи мира, они живы в той степени, в которой они присоединены к Израилю. Это очевидно, правда? Нет, это не очевидно. Ну, посмотрите, вы это увидите, что это так, с очевидностью. Ну, до существования, до того, как Израиль появился. Правильно, были, а потом умерли, все. Кто умер? Диаспора умерла. То есть, точнее, я скажу так, диаспора уже обломилась. Она еще не засохла, но она уже надломилась. И поскольку она уже надломилась, и центр жизни переехал в Израиль, то диаспора теперь жива только тем, что она присоединяется к Израилю и через него получает свое духовное питание, эмоциональное и все прочее. Даже Натура и Карта, которые ненавидят Израиль, от этого же Израиля живут. Они живут энергией ненависти к Израилю. Потому что иначе ничего ничем другим жить сегодня еврею нельзя. Все остальное будет, абсолютно, так сказать, буржуазным загниванием, в плохом смысле слова. Понятно, да? Не в смысле от буржуазии, а в смысле от буржуа, да?
Вот уже, загнивание, вот это будет. Потому что человек, тогда он, даже если он религиозный, если его религиозность это соблюдать кашрут, шаббат и тару учить, а к Израилю связи нет, то его религиозность просто совершенно засушенная и вымирающая. Очевидно, да? Теперь. Поэтому еврейская цивилизация, она в Израиле, все остальное приложение. Теперь, так вот, возвращаясь к этому, в Израиле, еврейская цивилизация Израиля, это библейская цивилизация, в которой есть и святость индивидуума, и святость социума. Поэтому мы не то, что мы ее хорошо актуализировали в настоящий момент, но мы ее актуализируем, в принципе, обе. В Израиле есть и чувство народа, как вечности, и чувство индивидуума. И поэтому Израиль должен найти гармонизацию и согласование святости индивидуума и святости социума и научить этому обе стороны конфликта. То есть научить христианский мир, Запад, святости социума и всех вещей, связанных с этим, и следующих из этих, и научить Восток святости индивидуума и следствием из этого. Вот это является программой нашей работы на ближайшее тысячелетие. Понятно. Все понятно? Отлично. Пошли дальше. Теперь. Конечно, разумеется. Разумеется, мы должны это делать. Чтобы это сделать, мы должны это реализовать в Израиле. Когда мы это реализуем в Израиле, мир прекрасно у нас научится. Ну, зачем вообще существуют евреи? Евреи существуют только для того, чтобы давать божественный свет человечеству. Понятно, да? Евреи вообще не являются целью, евреи являются средством. Но евреи это как системщики у компьютера. В компьютерном глобальности компьютером есть системщики, которые занимаются системой. Они, конечно, знают больше, чем юзеры. Они могут свысока смотреть на юзеров, которые не разбираются. Они, конечно, имеют доступ к системе, но работают-то они ради юзеров. Если бы не было юзеров, то системщики вообще не были никому нужны. Поэтому весь смысл существования евреев – только продвигать неевреев. Никакого другого смысла у евреев нет. Как у системщиков нет никакого смысла в жизни, кроме как помогать юзерам. Но для этого у них есть свои системщические там, принципы, нормы, коды и все на свете. Поэтому целью являются юзеры, то есть человечество. Евреи являются системщиками или священниками, что же самое. Священники для чего существуют? Чтобы помогать мирянам, правда? Сами по себе священники никому не нужны. Не Богу же нужны священники, а Богу нужно, чтобы священники помогали мирянам. Поэтому Всевышний создал еврейский народ для просвещения и продвижения духовности в человечество. Мы этим только и занимаемся. Другой вопрос, для этого нужно, например, работать над собой, продвигать себя, продвигать еврейское государство, там, сохранять и продвигать еврейский народ, это все понятно, но это все средства, а цель это не евреи. Ну это, по-моему, вообще-то реально, честно говоря, что если объяснять-то? Что, все ясно? Да. Это была шутка. Наверное, да. Да, хорошо. Я сказал, что это будет ближайшее тысячелетие, это шутка. Окей. Нет, секундочку. Где вы видели, что по Торе 6 тысяч лет? Где вы видели, что в Торе написано про 6 тысяч лет? Окей, вы не смотрите, потому что этого нету. Теперь. Этого нет ни в Торе, ни в Талмуде, и нигде. Это народное поверье. Не более того. Потому что до ближайшей круглой даты. Ну, я понимаю, что там можно по-разному, там, например, сказать, а вот есть 6 дней творения, 6 тысяч лет. Ну, мало, есть 7 дней творения, значит, 7 тысяч лет. Это все, я говорю, народное поверье, это на уровне народного поверья. Поэтому всякие там разговоры, что через 250 лет конец света, это все чепуха. Понятно. Поэтому, ну, хорошо, не обязательно 1000 лет. Хорошо, пару сотен, если нам хватит. Хорошо, пару сотен. Окей, пошли дальше. Пару сотен лет нормально? Так лучше? Ну хорошо. Прекрасно. Как хорошо. Мы с вами сошлись на пару сотен лет. Большой прогресс.
Так, вопрос да. про евреев диаспоры. Очень многие харидим, ведь живя в Израиле, живут в диаспоре. Так, секундочку. Я не готов сейчас обсуждать харидим. Ответ на вопрос, потому что это потребует от меня совсем другого анализа. Поэтому это я заодно упомянул и вернулся к основной теме. Почему это не так? Харидим в Израиле, живут в Израиле. Но часть из них я не признают Израиль. Какая часть из них не признает Израиль? Сколько? Меньше 1%. Не признают Израиль. Не в широком смысле. Ну хорошо. В общем, я не готов сейчас это обсуждать. Ладно? Не потому что мне жалко, а потому что это просто значит тему закрыть, перейти к другой. Поэтому это не стоит. Возвращаемся к нашей теме. Итак, так вот, это мы закончили пункт один основной темы. Да? Сначала было предисловие, потом пункт первый основной темы, это соотношение ислама и христианства. Договорились. Теперь все пункт 2 основной темы. 2 и 3. Это отношение иудаизма с Израилем, с исламом, иудаизма с христианством. Значит, в первом пункте тоже было немножко, но теперь это более с другой стороны. Итак, значит, есть очень важное высказывание, которое поможет нам в нашем анализе. Оно гласит так, что евреи спорят про закон, христиане спорят про веру, мусульмане спорят про власть. Еще раз. Евреи спорят про закон. То есть споры внутри еврейской цивилизации в течение столетий были про закон. Какой закон, про какая галаха? Про галаху были споры и конфликты. Теперь, про, например, веру, конфликтов особенных не было. Тоже бывало, но не так много. Потому что веру очень трудно сформулировать. Например, Маймонид сформулировал 13 принципов веры, а другие, например, религиозные авторитеты, ним не согласились, сформулировали 6 принципов веры. Даже есть один принцип веры. Один принцип веры звучит так. Вся Тора с неба. Вот вам один принцип веры, и все, больше ничего. И, например, там, не помню, кто это, то ли Йосеф Альбо, кто-то сформулировал так, или Крескос, я сейчас не помню. Вот. И это другая формулировка веры, и тем не менее никто никому глаза не выцарапывал, потому что, в конце концов, такая формулировка или другая формулировка веры, это не так важно. А вот в христианстве, наоборот, всю жизнь, всю историю христианства велись споры о том, какая вера правильна. Нужно верить вот так или вот так. Вот формулировка такая или сякая. Потому что формулировки очень такие могут быть для нас вообще какие-то абстрактные. Там, например, там соборы обсуждали соотношение там трех ипостасей Троицы. Они соотносятся вот так или они относятся по-другому. Вопрос такой теоретический, что я не знаю, как вообще его можно решить. Но они вели за это конфликты под самые настоящие, отлучали там от церкви, того, кто верил неправильно. И, значит, спорили за веру. Но христиане не спорили за власть. То есть не было внутри веры вопроса, чья должна быть власть. Такого императора или другого императора, там, короля или другого короля. Этот вопрос считался не вопросом веры. Главный вопрос веры – это спасение души. А чья будет власть, это как бы вопрос другой области. То ли это разделение дихотомии на светскую и духовную часть мира, там, то есть Богу Богова, а Кесарю Кесарева. И вообще всякая власть от Бога, и вообще ты в это не лезь, а ты думай о своей душе. И это позиция христианства. Теперь, ислам, в отличие от этого, всю жизнь спорил не про веру, и не про власть, и не про закон, а про власть. То есть, какая власть правильная? Скажем, в области закона есть несколько систем закона в исламских разных там странах, или там даже в одной стране несколько систем закона, и ничего, это вполне уживается. А вот какая власть правильная, за это велись войны. Никто сильнее, а чья власть положенная по исламу. И это особенности иудаизма, христианства и ислама. Понятно, да, это утверждение теперь? Теперь. Например, вот этот термин «чья власть», она не очень, по-моему, учит. Окей, значит, вот есть понятие «халиф» в исламе. Значит, разъяснение, что такое «чья власть» правильно. Есть понятие «халиф». Халиф – это вождь всех мусульман, лидер религиозный и светский. Вот кто должен быть халифом? Кому положено быть халифом? Кому надо отдать власть? Вот чья власть будет правильной с исламской точки зрения? Вот это было центром конфликта. Окей. Теперь,
Значит, теперь мы вернемся к следствиям из этой. Перейдем к следствиям из этого положения. Теперь, например, когда евреи жили веками в диаспоре, в Иосиине, то с христианством все время происходили конфликты из-за веры. Христиане все время хотели, чтобы евреи поверили в Иисуса. И вот это, чтобы евреи поверили, то есть конфликт из-за веры, был самым центральным на протяжении всей истории евреев в христианских странах. Теперь, в отличие от этого, мусульмане не добивались, чтобы евреи поверили в ислам. С точки зрения ислама, евреи-христиане имеют право жить вполне легитимно в исламской стране. То есть главное, чтобы власть была исламская. А евреи и христиане, если они платят свои налоги, то они законные жители, нельзя их обижать, ну, там, по правильным исламским нормам. Они имеют полное право жить в исламской стране, лишь бы власть была исламская. Они на власть претендовать не могут, но индивидуально они могут спокойно жить. Такой был исламский взгляд на вещи. То есть в эпоху, когда евреи рассеяны, с христианством на области религии конфликтуют все время, а с исламом не конфликтуют. Это, кстати, одна из причин того, вместе с еще несколькими причинами, почему некоторые евреи абсолютно ошибочно считают, что ислам ближе к иудаизму, чем христианство. То вот с исламом не было, было меньше конфликтов, с христианством больше. Или, например, что там что в мечети можно молиться, а там в церкви нельзя. Это совершенно неверный подход, потому что с точки зрения ортодоксального иудаизма никак нельзя молиться в ефремской синагоге, но преспокойно можно молиться на стадионе. Следовательно, из этого, что стадион ближе к ортодоксальному иудаизму, чем ефремская синагога. Нет, очевидно. Ближе, в общем. Ну, хорошо, да. В общем, короче, никак не следует, потому что вопрос, где можно молиться, это не вопрос, что ближе. Это вопрос, что более контроверсально, что больше противоречит, а не что ближе. И очень часто бывает, что то, что ближе, противоречит больше. Окей, это просто в скобочках, да? Значит, но возвращаясь теперь к соотношению иудаизма, христианства и ислама. Значит, во время диаспоры с христианством было больше конфликтов, чем с исламом. А во время независимости все наоборот. Государство Израиль с точки зрения христианского мира никакой теологической проблемы не представляет. Евреи вернулись в свою страну, ну и хорошо. Даже более того, может быть, даже очень хорошо пророки предсказывали. И уж точно никак не конфликтно с теологией. А для ислама, наоборот, существование Израиля конфликтует с исламской теологией. То есть здесь земля ислама, дар аль-ислам, да, и вдруг евреи вторгаются в землю ислама, переделывают ее под себя, и у них там власть. Вот это совершенно недопустимо, это совершенно невозможно. Поэтому, например, для мусульманских стран признать Израиль еврейским государством гораздо сложнее, чем признать Израиль. Понимаете разницу, да? То есть, например, сказать для исламской страны, мы признаем государство Израиль как государство, имеем с ним, допустим, дипломатические отношения. Это можно с точки зрения ислама. Ну, там опять-таки всякие вопросы, детали, но, в принципе, это можно. А вот сказать, мы признаем Израиль еврейским государством. О, это ни в какие ворота не лезет, так сказать. Теперь. А для Запада, наоборот, непонятно, что ж такого. Если вы признаете Израиль, вы признаете его еврейским государством, а ислам совсем не так. Да, на эту тему, значит, поэтому, например, когда Даниил требует, чтобы ислам, для вопроса, для договора с мусульманами, с арабскими странами, даже там с палестинской автономией, допустим, я считаю, что вообще, конечно, не надо договариваться ни о чем. Это, ну, это отдельный вопрос, это, так сказать, мои политические взгляды. Но в этом смысле, объективно, Даниил супер хороший политик. То есть он понимает правильные точки, в которых можно объяснить одно и, там, и другим. И именно то, что он требует, чтобы арабы признали Израиль еврейским государством, это требование, которое для Запада, с точки зрения Запада, является просто абсолютно аксиоматичным. А что такое еще признание? А для ислама, наоборот, почти невозможным. Потому что требует признания, что может быть не мусульманская власть. Потому что если Израиль, ну, какая-то такая штука, Израиль непонятно какая. Может, она так временно имеет такую форму. А вот что это еврейское государство, это совершенно, значит, влечет именно теологический конфликт. Да. Но ислам же признает все не исламские государства. Да, но он не на их земле.
в том-то и дело, что Израиль вторгается в землю ислама. А для ислама очень важно, поскольку ислам – это религия власти, а не веры. Понимаете, да? Прежде всего власти. То есть я, конечно, понимаю, что ислам, там, не знаю, в Российской империи не таков, потому что он там просто не может этим быть другим. Или если там... То есть если ислам находится в условиях, когда он не может требовать власти, то он ее не требует. Религия прагматическая вполне. Но когда он может требовать, он требует власти. И поэтому там, где уже есть власть ислама, вот если Израиль торгается туда и строит еврейское государство, то тогда это противоречит. Теперь, да. Христианская власть... Нет такого понятия христианской власти. Ну, христианская страна. Христианское государство. Государство. Да. Да. Они также против них? Нет, я же объяснил, что ислам против еврейского государства только потому, что оно в той области, которую ислам считает уже завоеванной. Если было бы еврейское государство на Мадагаскаре, то ислам, скорее всего, не имел бы ничего против. Условно говоря, ничего не знаю про Мадагаскар. Я как бы теоретически говорю, да, слово Мадагаскар. Да. И, скажем, и христианство, и мусульманство, как бы корень мы считаем иудаизмом. Не мы считаем, а так и есть. Да. Почему они пошли разными путями? Как ну, это не для сейчас. Это целая лекция, да. Испания была... Да, совершенно верно. Испания кандидат на такое. Но только недавно потеряли Испанию, то они уже свыклись с тем, что это не их страна. Они пытаются сейчас. Ну, не настолько. То есть да. Сейчас они во Франции считают, что они уже завоевали? Нет, ну почему же? Тогда это их территория, они имеют право... Секундочку. Ислам не считает, что он завоевал Европу. В чем здесь это? Тогда активизация. Нет, секундочку. Это совсем из другой оперы. Итак, еще раз. Хочет ли ислам завоевать Европу? Ответ, конечно, хочет. Завоевал ли ислам уже Европу? Конечно, еще нет. Понятно, да? В чем вопрос состоит? Почему они активны? Потому что они хотят завоевать Европу. Они не согласны с существованием Израиля как власти, потому что это на их территории. Да, нет. Но они не согласны... Окей, да, а я понял ваш вопрос. Итак, есть совершенно, значит, разумеется, ислам в принципе собирается завоевать весь мир. Но завоевывая весь мир, он признает, что он еще его не завоевал. И поэтому весь мир делится на две области. Одна называется Дар-эль-Ислам, то есть земля ислама. А другая называется Дар-эль-Харб, земля войны, где ислам ведет войну за завоевание этих земель. Но еще далеко не завоевал. Но если уж, поэтому если он там где-то не завоевал, он готов временно примириться, потому что сейчас не может завоевать. Но когда в том месте, где он уже завоевал, кто-то вторгся и у него кусок отобрал, то это для него гораздо, как Израиль сделал, по сути дела. Опять-таки мы это сделали неправильно сделали, и надо было еще просто в 10 раз сильнее делать. Мы просто слабо делаем, поэтому получаем по голове. Но в принципе он рассматривает, что мы вторглись в его область, и у него кусок отхватили. И это невыносимо. Понятно. То есть, признать Израиль – это смириться с потерей уже завоеванной земли. Признать Францию – это смириться с тем, что еще не все завоевали. И это соответствует исламу. А вот смириться с потерей гораздо сложнее. Понятно. Окей. Хорошо. Возвращаемся мы к... Окей. Значит, итак, тем самым, Израиль, когда существует государство, больше конфликтует с исламом, а когда в диаспоре – с христианством. Понятно. Это понятно, да? Следствие из этого, что мы сегодня, мы еврейская цивилизация, или что то же самое Израиль, мы в конфликте с исламом за власть и в конфликте с христианством за веру. То есть мы находимся в конфликте с обеими сторонами. Неверно думать, что Израиль это часть Запада. Это не так. Теперь мы уточним, это политически так, а духовно не так. Политически Израиль часть Запада, потому что с точки зрения политического устройства государства, Израиль устроен так же, как западные страны. С точки зрения политического устройства. И то не совсем, и это не совсем очень проблематично, но все-таки в целом да. И поэтому на какой-нибудь там, скажем, реформистской синагоге будет не описано не «We stand with Israel», да? А stand with Israel, stand with democracy.
Понятно, потому что для них, для ефремской синагоги, как бы стыдно стоять за Израиль, но не так стыдно стоять за демократию. Понятно. Вот. Ну, опять, я консервативно, я сейчас не влезаю в то, что там ефремисты совсем полевели, скажем, ну, на консервативной синагоге, скажем, будет написано вот так вот, видимо, да? Вот, не на ортодоксальной, а на консервативной. А на ортодоксальной будет написано просто «Стой с Израилем». Я не знаю, как в Канаде, но в Америке это совершенно, ну, в Соединенных Штатах это весьма распространенная вещь. Что написано? На синагоге будет написано «Мы за Израиль». А какой? На ортодоксальный. А на консервативный будет «Мы за Израиль, мы за демократию». Демократию? Да. Поскольку Израиль – это единственная демократия на Ближнем Востоке. Ну да, в Канаде я не знаю. В Канаде я не видел никаких таких надписей. Но я гораздо меньше был в Канаде, чем в Америке. Вот. А в Соединенных Штатах это вполне себе нормальное явление. Вот. Но пошли дальше. Значит, таким образом, наш конфликт с исламом – это конфликт за власть. Наш конфликт с христианством или Запад – это конфликт за веру. А у нас конфликт с ним? Конечно, в том-то и состоит главный пункт моей лекции. Израиль в конфликте с Западом ничем не меньше, чем в конфликте с исламом. Только с исламом мы в конфликте физическом, а с Западом мы в конфликте в чисто духовном, но тоже в конфликте. Еще раз. В духовном мире не бывает нападающих и обороняющихся. Каждый, высказывая свою позицию, тем самым нападает на всех остальных. Понятно это, да? Это понятная вещь, да? В физическом мире можно сказать: он напал, А напал на Б. И это преступление. В духовном мире напасть – это не преступление. Это основа основ. Ты говоришь: я считаю, что это справедливо. Тем самым ты нападаешь на тех, кто считает по-другому. И это не только правильно так делать, а все только так и делают, потому что это и есть прогресс. Поэтому духовные конфликты, они не только неплохие, они очень хороши. Поэтому, в отличие от конфликта с исламом, который идет физически там, через убийство, конфликт с Западом идет за ценности, но он, тем не менее, является конфликтом. Хотите, назовите это духовная война, неважно это. Но и то, и другой конфликт имеет религиозную основу. Просто поскольку ислам – это религия, в основе которой власть, то мы с ним воюем за власть. А поскольку христианство – основа вера, то мы с ним воюем за веру. Может быть, мы не воюем, может быть, просто дискутируем сейчас. Послушайте, почему вы боитесь слова «воюем»? Нет, потому что как бы мы ее не видим, вот этой духовной войны. Я вам объясню еще раз. Диспут есть? Еще раз. Диспут – это когда стороны хотят узнать мнение другого. Война – это когда стороны провозглашают свое и тем самым влияют на население противоположной стороны. Самим своим существованием, тем, что вы говорите: я считаю правильно это, ты уже воюешь. Понимаете, да? Это непонятно, разве? Просто очень сильно. Что он сильно? Это вопрос это, на название. Да, это тривиально. Это мне элементарно, мне кажется, нет? Убиваешь, но изменяешь. Ну, конечно, да, послушайте. Как говорил там Сартр, когда я что-то утверждаю, я утверждаю не только для себя, но и для всех. Понятно, да? Любое мое идеологическое положение, оно является для всех. То есть, как только я сказал «А», значит, я обязал всех жить в мире, в котором я говорю «А». Можешь иметь свое мнение, но не насаждать. Еще раз. Да вообще никто ничего не насаждает. Почему здесь насаждает? Даже если вы... Да нет, еще раз. Слово «насаждать» – это неправильный абсолютно термин. Тем, что я его высказываю громко, а не молчу, я заставляю всех жить в мире, в котором я его высказал.
О, нет, это вы, может, лично не высказываете, а еврейский народ своим существованием его высказывает. Но это я, если я его высказываю. Как только я существую, я его высказываю. И заставляю всех жить в мире, в котором я существую. Конечно. Разве это непонятно? Еще раз. По вашему мнению, утверждение это, если я кого-то хочу там заставить или что-нибудь еще. Да само факт, что я это говорю, я уже вторгаюсь в его жизнь. Нет способа не вторгаться в жизнь другого. Как только вы сказали, вы написали книгу, вы вторглись в жизнь всех, тем, что они могут эту книгу взять. Понимаете, как только высказались, вы вторглись в жизнь всех. Как только мы существуем, мы вторгаемся в жизнь всех. В духовном мире нет нападающей и обороняющейся стороны. Понимаете? Все нападающие. Это понятно? Хорошо, пошли дальше. Ну хорошо, да. Окей. Хорошо. Просто слово «война» вам может быть непонятно, не сказать, знаете, да, потому что диспут отличается от войны тем, что диспут – это интеллектуальное развлечение. А война – это значит, я хочу, чтобы другой стал на самом деле таким, как я. Потому что я на самом деле, опять-таки, это не то, что я хочу, если я люблю картошку, хочу, чтобы он любил картошку. Я хочу, чтобы любовь к картошке стала для него нормальным явлением. Это уже вторжение в его пространство. Процесс утверждения истины. Конечно. Неужели это не очевидно? Ну да, ну хорошо. Но это не... Эти процессы утверждения истины бывают много разных. А это именно... Не-не-не, кто сказал, что истина одна? Это с какой стороны истина одна? Где вы видели, что истина одна? Сначала определить, что истина. Да-да-да. Это вот этот стаканчик, он круглый или квадратный? С этой стороны круглый, а с этой квадратный. Так он какой? Вот вам истина одна. Ну хорошо, истина как раз не одна. Да. Так. Пошли дальше. Хорошо. Итак, возвращаемся мы к конфликтам иудаизма с христианством и исламом. Значит, сделаем такое в скобочках пояснение, чтобы было более понятно продолжение. Значит, в этом пояснении мне придется разделить западной цивилизации аспект религиозный, христианский, и аспект атеистический, леволиберальный. Я сказал, в леволиберальном аспекте религией является мораль. И мы дальше немножко больше углубимся в этот конфликт. Но что касается христианства как христианства, конфликт иудаизма и христианства, например, будет только в том случае, если сторона отрицает наше право на существование. То есть, если, например, христианство говорит, как оно говорило много столетий, что иудаизм – это не спасительная религия, что иудаизм должен быть заменен на христианство, и мы просто там терпим иудаизм, но вообще-то иудаизм не спасает людей, поэтому вообще-то желательно всех евреев сделать христианами. То есть, иными словами, что мы, как христианство, хотим, чтобы евреи крестились. Если христианство занимает... Все, ради их же блага, естественно, да? Вот. Если христианство занимает такую позицию, то с таким христианством мы не можем разговаривать. Потому что если оппонент, цель его оппонента нас уничтожить, то бессмысленно совершенно говорить о мире. Любой мир будет только перемирием. Поэтому мы с христианством можем войти в настоящий диалог только когда христианство поменяло теологию замещения на теологию дополнения. Теологию дополнения. Если вы не знаете, что это такое, то вот эта книжка все это объяснит. Вот. Теперь. И поскольку, например, католики, а это основная масса христиан, и половина протестантов перешли на теологию дополнения, теология замещения говорит, христианство пришло вместо иудаизма.
иудаизм больше не является спасительной религией, и желательно евреев всех перевести в христианство. Это теология замещения. Теология дополнения говорит, христианство пришло в дополнение к иудаизму. Иудаизм как был, так и остался спасительной религией, евреи остались избранным народом, и у них действительно их завет с Богом их спасает, а христианство нужно для всего остального человечества. Тогда это теология дополнения. Тогда, если они теологии дополнения, то мы можем с ним спокойно общаться, потому что они не собираются нас уничтожать. Поэтому пока христианство не перешло к теологии дополнения, с ними разговаривать по-настоящему было бы невозможно. Теперь, с исламом ситуация такая же, только с точки зрения власти, а не веры. Поэтому если ислам считает, что еврейскому государству нет места там, в Святой Земле, между морем и Иорданом, как это называется, то с таким исламом мы не можем говорить. Потому что они хотят нас уничтожить. Вот. А в то же время понятно, что, что диалог мы можем вести и должны вести именно с исламом, а не с арабскими государствами. Потому что никакое арабское государство не может подписать по-настоящему мир, пока на это нет легитимации ислама. Именно как и религии. Ну, пример, который такой стандартный пример про это, что когда Израиль заключил договор с Египтом, там в ком там, 1982 году, да, я уж не помню, Кэмп-Дэвидский договор, то в Израиле, значит, очень так это воспринимали прямо как такое счастье, наконец-то мы мир заключили с арабской страной, которая там была нашим врагом, и всякие прочие слюни, евреям очень свойственные. Вот. И Израиль выпустили марку, на которой хотели написать, значит, мир на трех языках, на иврите понятно шалом, по-английски понятно peace, а по-арабски спросили специалиста по арабскому языку. Он сказал, значит, мир будет сулх по-арабски. Написали сулх по-арабски, послали марку в Египет. А египтяне сказали, нет, эту марку мы не принимаем. Мы с вами сулх не заключали, мы с вами заключили салам. Оказывается, сулх – это примирение, а салам – это временное перемирие. Поэтому, когда мы говорим с арабами на английском языке, то это абсолютно не имеет никакой ценности. Пока мы не говорим с ними в понятиях их религии, которые только по-арабски существуют. Все исламские понятия существуют только по-арабски, по-настоящему. В этом смысле Египет с нами не заключил примирение, он с нами заключил перемирие. Например, между, это надо просто понимать, например, между, скажем, Англией и Францией, или там, например, там Франции и Германии, было столетие там война. И Франция и Германия не перемирие заключили, а примирение. То есть они теперь строят свои цивилизации так, что война между ними становится невозможной. Они помирились. Так вот, ни одна арабская страна с нами не помирилась. Она с нами заключила перемирие, которое по-английски называется мирный договор. Понятно. Просто надо понять, есть перемирие краткосрочное, есть перемирие долгосрочное. Они с нами заключили долгосрочное перемирие, но только перемирие. Теперь, и поэтому настоящий мир может быть только, когда мы примиримся с исламом. Что такое примириться с исламом? Это примерно то же самое, что примириться с христианством. То есть, чтобы ислам поменял свои представления и сказал, что евреи, да, имеют право на власть на страну Израиля, то есть на власть в земле Израиля. Может ли ислам так сказать? Конечно, может, разумеется, потому что в Коране есть соответствующие стихи, что Бог дал, выделил евреям там еврейскую землю. Только надо эти стихи актуализовать. А сегодня ислам актуализирует противоположные стихи. И получается наоборот. То есть нужно так повлиять на ислам, чтобы он переактуализировал свои священные тексты. Теперь, можно ли так повлиять? Конечно, можно. Конечно, можно. Конечно, можно. Теперь, и, например, на христианство-то мы повлияли, и все, переактуализовало. То есть до этого они актуализовали, что нужно евреев крестить. А теперь потом они переактуализовали. На некоторых стихах Евангелия поставили по-другому, так сказать, ударение, и все, и стало нельзя евреев крестить.
Это мы повлияли? Мы повлияли, конечно, конечно, да, конечно. Теперь повлияли два фактора. Повлияла, во-первых, катастрофа, и, во-вторых, создание Израиля. То есть катастрофа даже не в еврейском смысле катастрофа Второй мировой войны, а сама Вторая мировая война и Первая повлияла на то, что христианская цивилизация, значит, во-первых, она, ну, евреи, против евреев тоже, что она сама совершенно как бы допускает такое варварство, и было осознано именно вот как бы, что вот христианский народ немцы допустили такое вообще совершенно чудовищное злодеяние. Значит, что-то не так. И поэтому нужно менять пункты в отношении иудаизма. А кроме того, создано государство Израиль. И, значит, все это вместе повлияло на то, что была заменена теология замещения на теологию дополнения. Опять, я сейчас не влезаю во все детали, как это произошло. Вот в этой книжке все это описано. Вот. Но исламом то же самое. То есть, для того, чтобы ислам поменял свою точку зрения, должны быть два фактора. Первый фактор. Джихадистская концепция должна потерпеть сокрушительное поражение. То есть Запад должен победить джихад. Не джихад как понятие, а он должен победить ту актуализацию джихада, которая сегодня присутствует мейнстриму в исламском мире. Опять-таки, физически, конечно, как же иначе. Войну может быть только физически. Но вот нацизм. Можно ли было перевоспитать немцев? Они были вообще сторонниками нацизма. Но поэтому надо было нацизм победить физически, а потом перевоспитать. Здесь то же самое. Прежде всего, надо победить физически. Теперь, секунду. Но физическая победа, это еще не все. В принципе, физическая победа Запада, она не очень сложна на самом деле. Надо только захотеть. Потому что экономически Запад несравненно сильнее, технологически Запад несравненно сильнее. И в мире все труднее жить с помощью нефти. И мир переходит к посттехнологической к постиндустриальной цивилизации информационной. И в этом смысле действительно, значит, вся сила ислама основана на нефти. И в этом смысле их ожидает просто полное экономическое крушение. Там ближайшие пару десятилетий. Вот. Но этого недостаточно. Мы должны ему посылать сигнал, что мы никуда не собираемся уходить. То есть, чтобы они признали, что эта страна наша, чтобы они актуализовали те стихи из Корана, которые говорят, что Бог дал евреям страну Израиля, мы должны сами посылать им сигнал, что мы, это наша страна. Таким образом, строительство поселений является самым сильным способом к миру и взаимопониманию между народами. Точка. Ваш вопрос, пожалуйста. То есть, если мы хотим кого-то убедить, что мы правы, надо прежде всего самим вести себя так, как ведут себя те, кто правы. Если мы ведем себя так, что мы готовы уступить, это полный показатель того, что мы не правы. Понятно, что тот, кто хочет, тот, кто готов уступить, он не только слаб, он еще и не прав. То есть, в принципе, вопрос компромисса здесь исключается? Наоборот, компромисс, может ли быть компромисс? И, разумеется, если мы аннексируем Иудею и Самарию, это будет компромисс. Если что? Мы аннексируем всю Иудею и Самарию, это будет компромисс. Компромисс – это не перейти на точку зрения противника, а наоборот, подвинуть его к правильной позиции. То есть, как только мы уступаем территорию, мы посылаем этим сигнал. Вы правы, а мы не правы. А если мы не правы во владении Шхемом или Хевроном, то мы точно так же не правы во владении Тель-Авивом. Нет никакой разницы между Тель-Авивом, Шхемом и Хевроном. Мало ли что решил ООН и что решила британская администрация. ООН не имеет никакого основания для ислама. Да? Решение ООН никакого значения не имеет. В этом плане еврейское владение городом Тель-Авив на ничем абсолютно не отличается от еврейского владения городом Хеврон. А то, что в Хевроне живут арабы, а в Тель-Авиве меньше, ну так в Галилее тоже живут арабы. И поэтому владение Галилеей уж абсолютно идентично владению Хевроном. Поэтому как только мы что-то уступаем, мы посылаем сигнал, это не наше. Мы не имеем на это никаких прав. Потому что если тот, кто имеет права, тот не уступает. А если уступает, значит, он прав не имеет на самом деле. А взял не свое. Свое не уступают. Уступают только чужое. Взятое незаконно. Но это не компромисс, это черное и белое. Нет. Такой взгляд... Нет. Еще раз. Так смотрит на мир ислам. Поэтому, если вы посылаете неправильный сигнал,
то это и будет ошибкой с вашей стороны. Вы должны посылать такой сигнал, который подвигнет их к тому, чтобы они с нами примирились. Поэтому строительство поселения – это посылание сигнала к миру. А отступление от поселения – это посылание сигнала к войне. Понимаете, да? То же самое, чем если мы восходим на храмовую гору, значит, она наша. Значит, мы имеем право на нее. А если мы не восходим, значит, она не наша. Значит, они имеют право на нее. Тот, кто не реализует своих прав на землю, их не имеет. И не имел никогда. То есть, если бы он имел, так он бы реализовал. Понимаете, да, это подход. Это просто, если мы это не понимаем, то мы самоубийцы просто. Да, пожалуйста. Можно перефразировать все эти вот в виде того, что если только если Израиль придет из позиции силы, только это приведет к быстрейшему миру? Нет, это не с позиции силы, это с позиции справедливости. Конечно, конечно. Еще раз объясню. Дело не только в силе. Потому что силы у нас не в проворот. У Израиля силы больше, чем у всех арабских стран вместе взятых. И мы ее не реализуем только из-за своих психологических проблем. Поэтому у нас все проблемы в голове. Руки, ноги у нас сильные необычайно. Как у государства. Теперь, поэтому, если мы... Не можем говорить с позиции силы. Слово «с позиции силы» выглядит, как будто бы мы с позиции силы берем не свое. Просто фраза «с позиции силы» предполагает отсутствие справедливости. Сама фраза «с позиции силы». Поэтому она неправильна. Ее надо сказать не с позиции силы, а с позиции справедливости. Мы заявляем, что вся страна Израиля принадлежит нам. И мы имеем на нее все права, и мы эти права реализуем. Потому что если мы только говорим, но не реализуем, значит мы врем. То есть крымский вариант, то, что... Не-не-не, я не обсуждаю да. эти вопросы. Это, слушай, ну, это... Похоже, нет, я не обсуждаю эти вопросы. Это не тема нашего обсуждения. Если я буду начать обсуждать, будет все иначе. Я поэтому не обсуждаю. Понятная разница, да? Потому что это взгляд ислама на мир. Он не с позиции силы, он хочет не силы, он хочет справедливости. Если это твое, то изволь этим и распоряжаться. Если ты говоришь мое, но не распоряжаешься, ты врешь. На самом деле не твое. Было бы твое, ты бы распоряжался. То есть вы говорите, с исламом на языке ислама. На том языке, конечно, конечно. Вы же хотите с ним достичь взаимопонимания, а вы не можете говорить на другом языке, вы просто не достигнете взаимопонимания. Поэтому разговаривать с исламом надо на языке понятий ислама. И это не понятие сил, это понятие справедливости. Поэтому нужно сказать, вся земля Израиля по справедливости принадлежит еврейскому народу. Смотрите сами, в Коране так написано. Если вы это не актуализируете, этот стих Корана, это ваша проблема. Теперь, и поэтому мы, как хозяева этой земли, строим, восходим на храмовую гору, вообще все это наше. Дальше мы готовы с вами обсудить, как не евреи, в смысле не израильтяне, например, мусульмане, те иудеи и самарии, живут на нашей земле. Мы готовы, чтобы вы на ней жили, мы готовы дать вам условия, но это наша земля. Вот если мы это не говорим, то мы посылаем сигнал, мы здесь прав не имеем. Ни на Хеврон, ни на Тель-Авив, потому что это одно и то же. Но тогда прежде всего мы должны... Что? Извините, пожалуйста, но мы это говорим или не говорим? О, теперь реально мы говорим в полголоса. А почему? Секунду. Нет, неверно. Мы все-таки строим поселение. Значит, мы это говорим в полголоса. Немножко говорим и немножко извиняемся, что говорим. И поскольку мы говорим в полголоса, то они плохо слышат. Они говорят, что вы хотите сказать? Давайте проверим вас на прочность и на вшивость. Что вы на самом деле хотите сказать? Поэтому Израиль, как Израиль, это не только правительство, это и народ, и все вместе. Мы говорим непонятно что, нечетко. Они никак не могут понять, что же мы, собственно, хотим сказать. Вы должны заявить четко. Можно пока ли... мы это не заявим, будет плохо. Можно ли сказать, когда в результате, скажем, Израиль и мусульманский мир примирится, прекратится джихад и все... Нет. Еще раз, джихад не прекратится, а переактуализируется. Джихад тогда не будет убийства, а джихад будет там борьба против греховных страстей человека. Есть миллион понятий в джихаде.
Вот. Но если Израиль примирится с исламом, то прекратится атака ислама на государство Израиль. Вот это действительно ключевой вопрос. Повлияет это также на обстановку во всем мире? Нет, оставьте. Оставьте со всем миром. Со всем миром я уже сказал вам раньше. Конфликт между христианством и исламом мы уже забрали раньше. Понятно. Теперь мы сейчас разбираем теперь конфликт Израиля и ислама, и Израиля и христианства. Конфликт Израиля и ислама – это право государства Израиль на страну Израиля. Кончится ли, откажется ли при этом ислам от завоевания Франции, не знаю, может, и не откажется. Как это? А в чем смысл тогда евреев? Еще раз. Не-не-не-не-не-не-не. Вы зря думаете, что если мы переформатировали, то все сразу прекратится. Наш конфликт с исламом – это конфликт за страну Израиля. Конфликт Запада с исламом – это конфликт святости индивидуума и социума. А евреи как ключевая роль? Еще раз, евреи как ключевая роль – это понимание святости и индивидуума, и социума, и воспитание обеих сторон. После того, как мы их воспитаем индивидуально, они станут христиан. Окей, тогда посмотрим, что будет и как. В этом же смысле. Так, окей, хорошо, да, совершенно верно. Но это уже, я сказал, это на гораздо более далекую перспективу. По крайней мере, перевоспитать их в смысле права государства Израиль на свою страну гораздо быстрее можно, чем поменять у них понимание святости. Нет, не информационный дискомфорт, а понимание уровня святости, что всюду информационный дискомфорт. Все конфликты – это информационный дискомфорт. А поменять то, что святость индивидуума и общества должно быть и та, и другая. И вот тогда действительно ислам с христианством будут взаимопонимаемы гораздо лучше, это верно. Евреев, так. Особенно такой маленький народ поменять такой миллион. Так, можем ли такой маленький народ поменять такую большую? Ну, конечно. Ведь евреи, в принципе, изменили все человечество. Мы вообще перевоспитали большую часть человечества. Мы им передали монотеизм через наши дочерние религии, ислам и христианство. Ну что, мы самая миссионерская религия на Земле. Чего вы хотите? Мы это уже сделали.